Петушка. Ты что, издеваешься? А почему нет? Да сейчас нас кончат быстро, подожди. Запись сеанса. Сеанса чего? Нубы. В новую игрушку играют. Синхронизация с другими игроками. Распаковочка Escape from Tarkov, да. Насколько, через сколько нам это дерьмо надоест, мне интересно. Я думаю, мне уже на меню надоело. Мысли читаешь, мысли. Так, Олег, меня зовут Олег Суслик. Идти хватит. А почему я не хожу-то? Почему у меня автомат поднимается, я не иду? Это что за бред? А почему я не сажусь, я не беру? Нет, сесть могу, я не понимаю, почему я не иду. Прыгать я прыгаю. Дебил. Так, а я идти-то буду или нет? Да чё за хрень? Ёпт. Чё происходит? Я не вижу, я вообще рожков не вижу. Ты идешь вообще или нет? Да, я хожу. Ты ходишь? Да. Твою мать, а почему я-то не хожу? Я только что кого-то убил. Автомат поднимается, и все. Блин, меня убили только что в голову прям одним выстрелом. Я сейчас сотру его. Мне какая-то хрень, какой-то челик сидит. Слушай, без прицела, мне еще надо привыкать. Нет, завод я зря выбрал. Я человека убил только что. Надо было... А, я убил, да, кстати, чувака. А это ты, наверное, вот это, наверное, ты? Серый черкаш, убит Сайга 9, это я его убил. Чё происходит? Ой! Ой! Ой, чё происходит? А тут вообще что за управление это гадатское? О-о-о, челик. Челик. Короче, я пока эти карты повыбираю, Валер. А, Дикий теперь у меня заблокирован на 10 минут. Это просто дезматч какой-то, что ли? Конечно. Надо с тобой в берег, наверное, сыграть. В далекие расстояния, а то прям вблизи это стрёмно. А завод это реально вблизи. Вообще они говорили, что уже доступна сингла. С ботами, со всеми делами. Что страшно-то как, ёп. Да пипец вообще. Во-первых, он ходит как инвалид. Во-вторых, он стреляет без прицела, без количества патронов там. Тук-тук-тук. Я не понимаю, почему я присесть не могу. Сейчас даже я посмотрю это. Как фраза по ситуации. Движение право-лево. Ты научился ходить-то вперед-назад? Слушай, я долго не мог пойти никуда. Сейчас хожу как идиот. Конечно. Подожди, а присесть можно? Вот, пригнуться. С. Слушать надо, я так понимаю. Да, да. А ты пиздишь как не всегда. Дышишь, да. А, использовать. О. Тебя использовали только что? Не, я перебинтовался, а то мне что-то не очень как-то после разборки первой же. Слушай, это вряд ли. Чего вряд ли? Ну, в смысле, что перебинтовка тебя не спасет от одного выстрела. Ну, меня с одной пули убили вообще. Ну, все-таки. Я даже выстрелить не успел. Я подкался к одному, убил одного, меня убили сразу. Я даже за тебя посмотреть не могу, вот это вот. А как понять, сколько народу-то осталось? А их всего от 4 до 6 на этой карте. Тап это инвентарь, твою мать. Блин, я еще и сел. Я думаю, что я не хожу. Так, ладно, я понял, персонаж. Меня покер пошел умирать. Сидит же где-то чмо или чё? Почему тишина? Скорее всего, караулит, да.
Так, а чё мне надо? Разгрузочку, все сюда скинул, патрончики. Надо где-то сникаться. Рюкзачок. Ни прицела, ни хуа, блин. Да, да, да. Такое, ёпт. Боль прям, да? Вообще боль. Ой! Себя, да, я понял. Челик! Убил, сука! Чё за негатив? Это чё за игра вообще? Где повтор? Это какой-то даунский пупк. Да там ты делаешь, это не пупк. Это пук. Так, ладно. Ну, я беру с собой пистолет и 8 патронов. Мне этого хватит, чтобы умереть. Так, дикий это значит, да, 10 минут недоступно. Офигеть, да. Еще недоступно. Так что идем в ЧВК. ЧВК, окей. ЧВК, далее. Так. Берем берег, Валер. Берег. Берег. А, это инсейн. Лес, лучше лес, это хард. Готов? Какой далее. Хард нахрен, если ты это... Чего? Если мы лохи. Нет, берег инсейн, это безумие. Insane, ты переводи по-английски, да, там. Ну, ты же английский учишь, а я чё. А, лучше таможня. Таможня — открытое пространство, но можно где сныкаться. Это, по крайней мере, не лес из-за листвы, чтобы не прилетало. Где таможня? Таможня, да? У меня нет таможни. А, как таможня, вижу. Карта. Всё, давай, далее. Карты нет, далее. Для того, чтобы расширить возможность тестирования, бета-версия игры признается в офлайновом режиме. Запуск рейда для одного игрока вы можете использовать режим для исследования и тестирования локаций, пристрелки оружия и прочих активностей. Да. Ну нам офлайн-то не нужен, да? Наверное, да. Нет. Далее. Хотя вот видишь, можно поставить ПВЕ там. Ну да. Ладно. Ладно. Так. Собственно. Ну чё, готов. А где список плееров? Мы чё, поодиночке будем, что ли? Нет, 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 сейчас. Время возврата 24-36 часов. Денег в схроне 300 тысяч, сумма к оплате. Застраховать. Подожди, так дай-ка это застрахую. Сейчас. Я тогда с пулеметом пойду, чё я как плохо. Я не понял, ты где вообще? Сейчас. Каких иду. Менюшках ты? Я еще не с тобой, подожди. Я. Да я, и тут я... нет выбора, блин, это. Тут я не могу тебя пригласить никуда. Почему? Можешь? Потому что у меня кнопка готов есть, но нет списка игроков. Далее. Таможня. Далее. Далее. Иду сейчас. Окей, окей. Ладно. Так, приметы страховки. Копать. Страховать. Да. Страховать. Ну и как? Почему? Так, ну все, да? Че все-то? Так, готов. Это просто застраховать. Так, я застраховал. Че ты застраховал? Где ты это вообще тыкал? На оружие тыкал, вот когда я выбирал там, выберите страховщика. Дело в том, что если тебя уже... убьют, чувак, у тебя пропадет все оружие твое. Да у меня нет такого диалога даже. Я, видимо, играл уже. Ну, что играл? У тебя... Нет. Понятно, я тоже ЧВП играл. Но у тебя... Так, выйди нахер оттуда. Все, в начало прям, где выбор ЧВК и прочего. Ну, окей, побег с Таркова, так? Да, настройки персонажа. Персонажа. Что у тебя там на нем надето? Ни хрена у меня не одет. А, то есть ты голый, да? Да. У тебя есть в этом, в загашнике что-нибудь? Да, тут есть какие-то... Ну возьми себе автомат какой-нибудь, чтобы изначально был. И 30 патронов. Автомат калаш, да. 30 да, патрон. И 30 патронов к нему возьми. Все? Чтобы его просто тебя не отобрали, пока тебя убьют, чтобы он был застрахован, чтобы тебе его вернули. Теперь иди в этот, выбирай ЧВК, выбирай... Что мы там выбрали с тобой? Какую карту? Таможня, по-моему, да, таможня. Да. Вот. Соответственно, выбирай далее. Увидишь страховщика, нажимай на свой калаш и застрахуй его, чтобы. Да его... нет у меня такого. Я тебе говорю, хорошо. У меня нет такого просто.
Еще далее тогда нажми. Поиски группы, все есть, что ты мне рассказываешь-то? Да нет. Ляду. Готов. Все, я на карту его лечу. А зачем тебе готов сразу? Далее-далее надо было нажать. Да нет у меня далее, ёб твою мать. Ты чё? Слушай, Валера, ну я только что, у меня вот поиск игроков здесь идет. Ну как у тебя нету далее-далее у тебя? Так нету. Не бывает так, понимаешь? Не надо готов вообще нажимать, он автоматически проскакивает вообще все далее. У меня после включить офлайн режим, он после этого диалога. Так. Есть кнопка далее. Да. Дальше у меня, значит, персонаж и какой-то таймер ебучий, блядь. Написано: таможня, готовьтесь к побегу, подтверждение. Вот. Есть и две там кнопки, там готов выбираешь... и назад. Отлично, ну там выбираешь персонажа. Да нет нихуя у меня тут выбора никакого. Нет, выбор, меня найти надо, блин. Да нет тут у меня ни выбора, ты чё, блядь, тупой? Ты говоришь... Таймер идет, и чувака выбираешь. Что у тебя там не нет? Чувака я выбираю, мой, блядь, хуй стоит. Твой стоит, но ты меня можешь найти в этих сетевых играх. Господи, ты... Найди ты меня, пригласи, у меня ничего нет. Хорошо. Я тебе загружу на YouTube специально, блядь, видос. Хорошо, хорошо, сейчас найду тебя. Я обтыкал тут все, блядь, нет тут никого. Пригласи группу. И? Ну, я тебя пригласил в группу, что и? Это я. Там, где таймер идет, в таможне. Где твой персонаж, якобы, и таймер бежит. Вот, да. У меня нет диалогов, да. Вот, пригласил в группе, вот все. Вот сейчас я вступил, да. В смысле, диалога у тебя нет? Что ты рассказываешь? У меня нет списка игроков, ёпта. Ну и что? Ну нету и нету. Может, потому что ты уже у меня в списке. Вот, может, что-то у тебя с сетью? Позвал. Нет, может, что-то у тебя с сетью. У тебя у меня делает? У меня куча там людей. Я готов, группы. Да? Да-да, ты готов. Ладно, сейчас увидим, вместе мы или нет. Да, но ты другой, этой... Или не увидим. Ты в другой фракции, Валер. В смысле? Ну, я Бер, а ты UTF. Я не вижу этого. В смысле, я не вижу? Ты когда создавал персонажа, ты кто? Ну, какой-то, американец? Какой-то хер. Или русский? Я тебе могу так сказать, ты Юсек, ты американец. Ну, хорошо. Козлина. Ты не за наших. А я из русской ЧВК. Так, только меня сразу не стреляй, пожалуйста, чтобы я это сам. А, мы должны. Нет, ни хрена, скорее всего. Здесь полный этот хардкор. Стрельба это как раз когда можно валить. Здесь много людей. Человек 20 должно пастись. Генерация объектов лута. Приготовьтесь. Да. Короче, секунд. Если ты здесь успеешь спастись, то есть нахватать лута чужого и успеть смыться с ним, выйти за карту, то ты, соответственно, получишь этот лут на базу свою. Там калаши с обвесами и прочее. А? Да ладно, что так рано-то? Полдесятого. А, ты же, да. Приготовьтесь. Так, рейд. Ты здесь рядом? Не что-то знаю, я вот не я вижу. Бегу. Найдите зону высадки. Я тебя не вижу тоже. Валера, мне плохо, я боюсь. Давай, я около какого-то паровоза. Ты где? Паровоза не вижу. В смысле, локомотива нету? Нет. Блин. Вижу, какие-то поезда сейчас припиздюхают, да. А я буду бояться, и стрельну тебе в ноги. Короче, с одной стороны, там какая-то будка, я ее вижу вдали. Да мы вообще, походу, в разных местах. Я не понимаю, а как тогда мы, называется, друзья, блин? Давай, я около начала этого паровоза. Не знаю, у меня поезд в ебенях, бегу я к нему, он уже задыхается. А, да-да-да. Девятку нашел. Сажусь. Блять, нельзя сесть. Так, где ты у паровоза какого-то? Да, там здесь такой здоровый локомотив. Я около него. Товарняк. Да-да-да. Надо бежать. О, паровоз вижу.
А где конкретно? С какой стороны ты бежишь? Если паровоз едет вперед, то я слева от паровоза. Паровоз едет вперед, ты слева. Ага, все, я понял. Я слева тоже вышел. Как что? Я тебя не вижу. Ну, походу, мы на разных картах. Нет, такого не может быть. Он просто длинный, видимо, и... Тут, наверное, до хуя правильно просто. У тебя паровоз в забор упирается, в ворота? Да. Да? Да. Ну, походу, мы не видим. Подожди, подожди, сейчас я тебе покажу. Я сфоткаю просто, где нахожусь сейчас. И пришлю на WhatsApp тебе. Ну вот я прям перед паровозом стою, прям перед мордой. А теперь подойди с левой стороны. Я, может, тебя увижу сейчас. Я в домик ушел. Я в домик, я не там сейчас нахожусь. Я ушел, чтобы тебя случайно не выстрелить в тебя из-за нервов. Ну, домик, который со шлагбаумом рядом. Да, да. Ну, я зашел прям в домик. Вот смотри, как я. Я тебя отправил. Нет, мы не видим. А как это мы? Я говорю, понятно, я тоже сам так же смотрю на дверь сейчас от стола. Что мы из разных группировок, поэтому мы друг друга не видим, да? Здравствуйте, на разных картах еще до кучи в разные игры играем, а интернет у нас нет. Группировки разные, Валер. И что? В смысле, ну, потому что мы пара... А, ну в разных сессиях мы, грубо говоря. Короче... Нет. Нет, ну как это мы в разных сессиях? Как это мультиплеер? Я не понимаю, что за мультиплеер-то, если здесь... Отключиться и вернуться. Я даже не понимаю, сколько людей, блядь, на карте. А ты где находишься? Вот ты там же, где я? Прям в этом сраном домике, блядь. Прям в двери, блядь, стоит. Вот ты видишь, да, вот этот паровоз? Ну, паровоз, вон, ворота паровоз смотрит. Да, ровно в этом же месте, вот, открыл WhatsApp. Да, да, именно. Именно так. Ну, бля, я могу тебя сфоткать в свою очередь. Давай, из той же двери, блядь. Где там дверь-то жопе, блядь, нащупаю я ее или нет? А, вот дверь. Ой, меня стреляют. Серьезно? Да ты че? Охуя все. Посраться, блин. Ну, тебе фотка. Меня никто не стреляет, блядь, потому что никого нет. Я вообще никого не слышу, не вижу, блядь. А почему у тебя так ярко? А у меня... А, у тебя солнечный день? Да. Офигеть, а у меня дождь идет. Подожди, а ты что выбирал-то вообще? Какой? Может, ты разный день выбирал? Что значит разный день? Ты должен меня позвать, и у меня должно загрузиться. Разное время. Да, короче, пиздец. Я выхожу, короче. Отключиться, покинуть рейд. Давай, я тоже. У меня день, светло абсолютно. А у меня темно, мне и дождь идет. Да, вижу, да, я думаю, может, блядь, такой баланс фотки. Подожди, я тоже не вижу. Покинь трейд. Оставшееся время для переподключения, прикинь. Я в шоке, блин. Как в это играть-то? Еще народ прется. Прется от чего, блин? Ничего, разберемся сейчас, мы все разберемся. Мне дизлайк поставили за дезертирство, прикинь. Так. Дизлайк. Есть дикий, есть ЧВК. Че у тебя дикий, конечно. Дикий не тратит этот... Далее. Там можно, окей. Давай я попробую. Сейчас вот я далее, да? Вот здесь у меня есть список от сраны. Поиск по нику. Извини, Зек. Так, побег из Старкова, иду. Сообщение опять. Прапор, мои спецы выдвинулись на локацию. Дикий. Идем далее. Какой выбираем? Таможню я выбрал. Молодец, все, давай таможню. Далее. Далее. Вот меня нихуя не ищет. Зови меня. А не надо искать, просто выбери меня. Где? В списке никого нет. Господи. А, вот, на, ты меня позвал, окей. Согласился. Вот, в группе ты лидер. Готов. Зашибись. Вот, я ничего не нажал даже, понимаешь? Я на тебя нажал, да. я вижу нет, тебя. Нет, я имею в виду, я не нажал, готов. У меня нет кнопки готов. Вот ты нажал, и у нас поехало, понимаешь? А там нихера как бы. А там ты нажал первый готов. А я потом, видимо, нажал. И ты, естественно, выпал из моей сессии. Ручки-то у тебя шаловливые? Конечно. Окей.
Ну у тебя диалог там был, а у меня не было выбора. Да нет, не было. Нет, ты как ты мне сказал правой кнопкой мышки на твоей фамилии? Да у меня списка даже этого окошка нет, понимаешь? Ты перезагрузировался. Не я понимаю, нет, я понимаю. Хуёвка, кажется... блядь, при чем тут я... Мне кажется, что у тебя порты какие-то закрыты. У тебя порты... В голове. Это, блядь, открыт порт один, блядь, постоянно. Дует, капает, капает из порта. Все, понял? Ой, луна полная, прикинь. Пойду выпью. Колеса. Пока не стало плохо. Поиск игры, твою мать, и чё? Сейчас, сейчас. Мы вдвоем куда-нибудь приконнектимся. Нас все равно ебнут. Да? Кстати, когда ты играешь... Я походил, просто хотя бы, блядь, пострелял как человек. Вот, короче, ты когда играешь за дикого, можно, в принципе, то есть если ты выиграешь, сохранишь чужой лут себе на базу. Да. Но при этом ничем не рискуешь, да. Но, правда, не понимаешь, с каким оружием ты родишься. Ты дикий, как бы, дикий чел. У меня калаш сейчас внутри на калаш. Калаш, у меня тоже. Ну просто здесь калаш, калашу роль. Ты где? У здания какого-то. А я у какого-то забором родился. Ну вон, забор, да. Подожди, а я инвентарь не могу посмотреть, прикинь. А, вот, тап. Нет, тап тоже не работает. Наушники, калаш. Я не знаю, куда идти. Хорошо, на 30 патронов. Ой, стреляют, ёбаный раз. В смысле стреляют? Эй, подожди. Уже где-то что-то чпокнуло. Подожди, подожди, я тебе покажу, где я, чтобы ты понял и пошел туда хотя бы. Давай я фотку тебе пришлю. Ну когда ты будешь фотку мне слать, меня ёбнут. Ну так тебе и надо. Я даже куда-нибудь сникнусь. Блин, как тебе прислать-то, а? Пока я буду выбирать, меня самого хлопнут там. Прислал. С присесть, если что. Я такой хуйни не вижу. У тебя завод какой-то... Что у тебя на горизонте? Это что, блядь? Лес, блядь. Не, какая-то хуйня у тебя там. Ну покажи мне свое, где. Да хули у меня... Открыть, блядь. Покажи мне свое, где ты находишься. Блядь, как выбрать-то это? А, во, я дверь открыл, сейчас в здание зашел. Сейчас я просто сниплюсь куда-нибудь. Покажи мне свое, блядь. Я в туалет зашел. Так, сейчас свое. Ой, стреляю. Я убил чувака. Ой, меня убили тоже. Я слышал, где-то это было, блядь. Я убил одного чувака, меня тут же застрелили. Да. А почему мы не рождаемся не вместе, я не понимаю. Без прицела, слушай, стрелять вообще боль. Меня убил Forever мразь. А, нет, это я его убил. Нет, подожди, это... Убит в бою, 200 экспириенса. Блин, я где-то слышал. Да, ага. Война, блядь, война. Ёба народ, мне туда. Частей тела потеряно, 2. Наименее поражаемая часть тела, голова. Добыч найдена. Ага, бой. Урон, нанесенный по телу, 108. Урон, поглощенный броней, 4. Безопасность расходом, 10. Количество попаданий, 3. Смертельное попадание, 1. Общая точность, 0,2. Убитые игроков с первого от 0 до 10 уровня, 1. Бир, 1. Чувака, 1. Лучшая серия убийств, 1. Убийство штурмовой, 1. Я не понимаю, почему я за тебя-то не вижу? То есть надо по карте ориентироваться. Да, они не вопрос, Валер, убивай, ты тоже должен приспособиться. А лечь-то можно? Да, С. А, лечь не знаю, надо читать, сейчас даже справочник. Так, не справочник, настройки. Шаг влево, шаг вправо, прыжок. Спейс. Оружие на спине, оружие на ремне. Так, отсосать. Двойка. Огонь слепую сверху, огонь слепую справа. Прыгнуть. С. Пригнуться. Лечь. Икс. Икс? Да. Проверить патронник. Проверить режим огня. Б и левый альт. Проверить патронник. Т и левый шифт.
Проверить боезапас. Т и левый альт. Следующий магазин. Mouse scroll right. Следующий магазин. Предыдущий магазин. Валер, прикинь. Предыдущий магазин. Сейчас, как да, тебе? Там я тут это... В здании в каком-то. Нихуя не видно. Как в жопе. Ладно, я пойду умирать, пожалуй. Да зачем? Не, играй, играй. Ты приспособься, может быть, ты меня будешь охранять в следующий раз. Я тебе буду платить. У нас, у тебя и у меня по 300 тысяч там дали каждому. Развернемся. Я, правда, уже 2000 заплатил за страховку клаша. Это пиздец какой-то, слушай. Нет, ну, интересно. Зато у всех одинаковые возможности, Валер. Слышишь, стреляешь, стрёмно. То есть тебе просто карту надо выучить. Ну это как бы, ну 10-15 рейдов, ты выучишь карту, если тебя не будут убивать, конечно. Так как хуйня через 10 минут только перезагружается. Ой, ебать, стрельба. Ура, стрельба. Где? Сука, где? Блять, где? Fucking fuck. Убили тебя? Да нет. Я в толчке сижу, жду. Всегда показывать элемент интерфейса. Конечно, давай. NVIDIA Highlights. Нет, мне нравится, что у всех одинаковый интерфейс. То есть не просто там кто-то такой график играет, с такой. Я думаю, что у всех у него. Херали. В смысле? Херали. Слушай, тут постоянно стрельба какая-то идет. А где? А чё, я не вижу. Видимо, я хуй. Ладно, пойду я все-таки это. Тебя, кстати, очень слышно, как кто-то тебе крадется. Если бы еще знать откуда. Я тогда чувака убил только потому, что я присел, а он нет. Он не понял, что я присел. Он искал сверху. Так, Валериус. Потом Валериус заблокирует, значит, диалог. О, может, ты у меня увидишь? Сейчас давай посмотрим. Видишь диалог? Нет. А, тебе не выпало ничего. Mm-mm. Ну, я не знаю, что я устал уже здесь. В смысле? А здесь где устал? Никого нет. Ну? У меня пестика, ничего нет. Нож есть. А, нож. Заебись. Подожди, а чё, в смысле? Ты не... Так иди к выходу. Да, я иду, все, пошел к выходу. Все. А то я на второй этаж поднялся, что. Ну, понятно, что типа, про тебя все забили и ушли. Тут что, там... третий этаж есть. Ты можешь... Не, подожди, ты можешь победить, просто уйдя. Облутай тела там. Если бы я кого-нибудь видел, хотя бы трупешник какой-то одного. В смысле, ты только звуки слышал, ой, кого-то убивают там? Да. А-а-а. Побежал и так и не нашел никого, показалось. О, вижу чела. Целься, присядь и целься в голову. Один, два выстрела, все, он будет, умрет сразу. Пропустил чела. Чел ушел. Выстрели. Не, ну все как в жизни. Ты ныкаешься, потому что страшно. Соединиться, я не понимаю, почему мы не вместе начинаем. Да, это бесит. И почему мы не начинаем? Вот почему нельзя других отключить и играть только с ботами? Мы бы с тобой хоть против ботов побегали, научились бы. Вот это я не понимаю. Можно. Вот это частная военная херня, я с ботами бегаю.
Нет, ну ты офлайн. Мы не можем вместе с тобой с ботами против ботов побегать. Валер. Да. Мы не можем против ботов вместе с тобой побегать. Только один ты можешь побегать. Ты отключаешь сеть. Просто. Понимаешь, да? Угу. Короче, я не знаю, пойду я. Он ушел и ждет, видимо, меня. Возвращаясь к тому, что сейчас мы в Division перейдем. Здесь, наверное, дробовик ого-го. Из саги какой-нибудь в лицо человеку выстрелить, представляешь? Короче, да. Я думал, на крышу можно вылезти. Всем пизды дать, но нет. Ой, там такое точное, знаешь, ты ничего не сделаешь. Винтовка Мосина. Образца 1891 года. А что-то у меня картинка не загружена, я что-то не понимаю. Пять стрельбар нет. Визоры, очки. О, народ торгует, прикинь. Вот, продают винтовку Мосина. Здесь же этот. 27 тысяч рублей, Валер. 28. Ты не против? Ой, 38 тысяч рублей. Нифига себе, 11 часов лот. 40 тысяч рублей за винтовку Мосина. Валер, скинемся? Угу. Подожди, а максимальная цена какая? Валера, 250 тысяч рублей. 9 минут, давай. Ой, а чё вы убил? Купить винтовку Мосина и потом ее потерять. Челика убил, прикинь. Круто. Он так и сидел в этой двери. Дебил, блядь. Ну и все, ему страшно. А папка помог, да? Как это лопать? В смысле, посмотри. А я не могу ничего взять, да? Я понял, у меня слишком маленькое, что. Нет, у тебя рюкзака, видимо, нет. Знаю, возьму все, что у него есть. Надо еще раз на Шимура посмотреть. Что-то он не играет, кстати, в этот... Таркова. Почему-то. Да бесит его такая срань. Он же не любит это. Ну, где распрыгаться нельзя, я понял. Да. Где нет динамики. Тут же просто такой идиотский он ходит. Он даже останавливается. Просто я бегу, короче. А он такой... Как обычные люди, Валер. Ну, понятно, да. Так это же бесит. Бесит, конечно. Ты же в уме-то думаешь, что ты прыгаешь как аксакал. Да. Да, слушай, 200 тысяч за винтовку Мосина. А, подожди, 200 тысяч. Так у меня 300 тысяч. Это же внутренние эти. Ну, а ты думал. Я думал, это реальные деньги. Что, там еще идешь, что ли? Да, я еще брожу тут по лесу, пошел потом. Короче, а почему-то меня вальнули уже, который раз подряд. Не знаю. Не знаю. Я вот как вот чел убил второй раз уже. Надо же. Ты крутой. Да я не крутой, он сидел вообще тут тыл на этот бугл, почему-то, я не знаю почему. Слушай, тут карта... Ебанистические, да. А главное, мапа нет. Ну, в смысле, ты не можешь посмотреть, куда идти. Да главное, мы друг друга даже не нашли с тобой. Ой, война. Нет, война. Вот тогда бы мы с тобой нашли друг друга, если бы ты не тупил бы. Или я не тупил. Война. Самое главное, непонятно, куда идти. Вот если бы знать начало и конец карты. Надо без всех, наверное, сыграть, да? О, блин, слушай, я сижу и с тобой разговариваю, даже не поиграю, а? Сейчас, братан, я бегу на выстрел и не хочу сдохнуть. Потому что без тебя я просто не понимаю, какой смысл вот этой всей ереси. Честно говоря, да.
Это мы так... Видимо, надо с тобой чуток вначале по оффлайну. Мы поодиночку так можем, в одиночку так играть. С таким же успехом. Нет, надо дрочиться в одиночку, а потом ходить в рейд. Потому что тут карта, я охерел. Я думал, там все ограничено вот этими домиками. Да. А сейчас я убежал на какую-то заправку, блядь. Я уже километра два, наверное, пробежал. Ну давайте, люди, убейте меня, дедушку. Чё я тут хожу-то, как идиот? Убейте меня. Ой-о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 й-
Сзади, что ли, я спереди, я не понимаю, откуда вообще, я так и не увидел никого. В смысле, ты умер? Нет! Меня так и не смог убить. Вон, вон, вон! Ну и походу сдохну вот так. Потому что мне так плохо, что дальше ехать нету. Ура! Меня убили, наконец-то, я понял. Хоть увидел человека, но мне уже так было плохо. Это просто... Троилось в глазах. А чё меня не сразу не убили, я что-то не понял. Я человечка убил. 15 минут какого-то экспириенс 238. Что происходит? Голя Гузло. Виктор Хопстер, голова, глаза. Что это? Убит в бою. Кто меня убил? Коля Гузло или Виктор Хипстер? Не знаю, не знаю. Вот здесь надо вот точно... Просто невозможно. Какой-то бред. Ну, честно, ё-моё, а? Давай, повторяем. Я уже время. Жду, пока ты меня Игрок, найдешь и пригласишь. Марат Мозг. А, я убил какого-то Марата Мозга. Грудная клетка. Я в голову стрелял тогда. Грудная клетка. Марат Мозг. Какого там? Господи. 10 лет написано. Марат Мозг 10 лет. Так, ты уже таймер 10-минутный, значит, прошел у тебя. Да. А мне теперь хрен что даст, да? А ты меня позвать можешь? А ты меня позвать можешь, чтобы, может быть, мне прилетит, и я просто соглашусь и... Нет, нет, мы должны вместе быть. Тебя не видно. Все, я понял. Пойдем тогда так. Охренеть, просто. ЧВК. А зачем это 8-минутная хрень? ЧВК, таможня. ЧВК, таможня. ЧВК. Да почему я должен что-то выбирать? Ты меня позвать должен, я туда нет, ты должен там быть. Уверен? А ты пробовал дикий жемануть? Слушай, подожди, а что это? У меня тоже пусто. Короче, мы с тобой вышли, мы весь инвентарь тогда потеряли. Все из-за тебя, персонаж. Прикинь. Короче, застрахованный калаш, все у меня пропало вообще. Мне не дает эту бабыню, где я тебя позвать, могу, понимаешь? Вообще, а куда мне все калаши-то мои делись, я не понимаю. Я офигею, а. Вот нахрена я с тобой вышел, а? Блин, вообще. Ладно. Офлайн режим, подожди, включить ПВЕ, как в онлайне, включить босса, война дети. Так. Ну, это, конечно, боль. Так, побег из Таркова, давай, ЧВК. Персонаж. Ну что, играем, нет? Давай, да. ПМ. Подождите. Ах, да. Я идиот, ты точно. Точно, я идиот, да. Я офлайн режим включал ЧВК, и поэтому таблички-то, наверное, не было. Ага. Ах, я идиот, да точно, да, вот, табличка есть. Так, ну чё, кто кого зовет? Ща, подожди, у меня нету теперь пулеметов, ничего, я с тобой тогда вошел и потерял все снаряжение свое. В смысле, это в главном меню ты смотришь, персонаж? У него у меня тут какие-то пистолеты. Нет, я... Да, ну, автомат-то я потерял, у меня больше нет ничего. Так, ладно. А вот это что такое, осмотреть?
Разгрузочный жилет. Почему я жилет-то одеть не могу? Предмет не подходит. Короче, ладно, так. Все. Я полностью... Пистолет взял. О, окей. А, у меня... Разгрузочный... А, это у меня есть. Я, я взял пистолет и обойму. Рубли. Побег из Старкова, ЧВК, далее, таможня. Далее. Аптечка индивидуальная. Окей, у меня две аптечки. Все. Далее. Застраховать. Да, давайте поем застраховать. 94 рубля. Или каждый раз тебя должен искать? Алло. Да, вот он я. Приглашай меня. Позвал. Ответил. Готов, жму. Да, да, у меня ничего нет такого. Я ж идиот, я в чем в... Я понял, что ты... Я выбирал офлайн режим, блядь. Я уже понял, да, я тебе говорил, что не надо. Я его 30 раз читал как онлайн. Ага. Понимаешь, я же возвращался туда-сюда, туда-сюда, и онлайн, блядь, выбираю. Это офлайн выбираю. Да, офлайн мы с тобой не можем, типа, здесь на табличке. Поэтому я был в офлайне, и ты был в онлайне. Ага. Поэтому ты не потерял снаряжение, а я потерял. Хотя убили, что ли? Нет, я просто вышел. Не дойдя до конца. И все. Это считается самоубийством. Классно. Очень. Я вроде заплатил. Калаш по дефолту не дают каждый раз, нет? Нет, с какой стати? С голыми руками будешь? Да. Детить. То есть тогда ты будешь не за своего чувака, а будешь вначале вот этими дикими собирать себе калаши. Ну, то есть проходить дикими, а потом проходить своим. Понимаешь, да? Да, я понимаю. Синхронизация с другими игроками. Да-да-да, 92%, да? 94. Ну, было 92, да. 96. Заело. 7. 8. 5. 100. Чуть быстрее. 100. Да, зашибись. Да нет, все фуфло, конечно. Ты это не парься. Это не от компьютера зависит. А это что такое? Не от интернета. Че? 15. 4, 13, 12. 11, 10. А, Валер, кстати, у меня этот WhatsApp, все, телефон умер. Так что можешь не слать мне, где ты находишься. А что ты зарядку не поставишь? Да, зарядка там, Юлька спит уже. Господи, у тебя что, зарядка одна? Да. Ну, господи. Я же бич. Рейд номер 2. Что-то щелкнуло, я тебя вижу. Я с тобой. А я тебе могу? А, я тебе не могу, у меня что-то калаш с собой, да? Да. Я думал, кинуть. Так, подожди, Friendly Fire, подожди, вот дай я тебе в ножку сейчас. Больно. Все, я больше ногу, не могу. Ногу правую мне ебану. Короче, у меня пестик только и 8 патронов. Я могу использовать только аптечку. Ты сильно. Блять. Это тебе за мое вооружение. Ты застраховал, кстати, свое вооружение, нет? Калаш свой застраховал? Нет, у меня тоже пистолет есть. Нет, у меня только пистолет, понимаешь? Я понял, да. Так, короче, здесь надо пройти. Не беги, не беги, Валер. Схлопочешь сды. Пойдем облутаем что-нибудь. Ну, так вот, пройдемся, пойдем прогуляемся. Ну, хоть давай так по забору, да, по краешку. Да. Ты идешь? Я тебе предлагаю не бежать, это не тебе не этот... иди и слушай. Да ладно, что тут, слушай, хотя бы понимать, сколько народу на карте, вот. А, да у тебя написано это было на карте, понимаешь? У тебя это было написано на карте, если ты не читаешь это, то извините. Но сейчас-то писало бы, сколько. А сейчас мне ничего не пишет. Сейчас даже прицела нет. Прицела нет, это боль. Ну что, в дырку? Пойдем в дырку. Короче, нужно выход с карты. Найти. Знать бы, как он выглядит. Так, ты куда убежал-то? Стрёмно, Валер, ты куда убежал-то? Мы ж по забору договорились. Вон там что-то лежит, смотри.
Схрон какой-то. Да здесь нет никого. Схрон, говорю, пойдем облутаем, а ты... Нет, давай. Нет. Лутай. Причем здесь очень сложная схема лутания. Нет, здесь что-то я прилег, нет. Смотри. Приколись. Да. Нормально? Да, слушай, голова так твоя лысая торчит. Охренеть. А что, нет ничего? Нет, здесь какой нельзя лутать. Жопу, хром? Пойдем в здание. А вот... А, вот, можно, подожди, поиск. Подожди, а как поиск сделать? Ф. Обыскано, сейчас иди. Поиск. Блять, ты шелестишь этой сумкой, я думал, уйдет кто-то. Прикинь. Да. Изучить. Сейчас, подожди. Осмотреть, использовать все. Чё, я, подождите, я, зачем я открыл-то? Что-то бухнул, походу. А у тебя банка в руках. Короче, я на... Ой! Война, братан. Да-да-да, я присел. Где-то сзади, да? Валера. Да-да-да, сзади. Я не знаю, очень стрёмно. Сзади война была. Пойдем нахер отсюда, пойдем на выход, а? Я не хочу. Нам надо добраться домой, Валер. Не пострелять с кем-то, а добраться домой. Чувствуешь, цели разные. Это я, ты меня только не выстрелил. Да нет, а я смотрю-то в другую сторону. Че? Ну, было сзади, слушай. А, здесь нельзя. Это ты же там шелестишь? Да, это я лег. Я пытаюсь выглядываться в движение, но его нет. Тут здесь столько шелестит всего, что... Так. Я пошел по забору. Давай, я за тобой. Я хоть приманкой буду. Ну, здорово живешь. Ты должен выжить. О, пойдем, кстати, в здание. Там наверняка полутать надо. Ой. Пиздец. Слышал? Я лег. Ты куда пошел-то? Так, предлагаю, это я ползаю, да, надо встать. А ну это пойдем... вдали, слушай, где это происходит. Пойдем в здание. Зайдем там хоть можно. Пойдем. Нет? Ты здесь пойдем, слышишь? Пойдем. Вот, видишь, здание стоит. С окнами там. Как вижу. Школа. Вот, давай на второй этаж. Я упал, прикинь. В смысле открыл, ты упал? Открыл дверь и упал. Дверь меня открыла. Нахуя ты упал? Я в туалете слева. Так, посрал? Так, а что здесь можно полутать? Ты на улице посматривай, как там люди ходят. Ну, вот Через окна. Зырю, никого не вижу. Это я хожу, пока наши двери никто не открыл. Что-то здесь сумок даже никаких нет. Я помню, что я... А что ты дверь не открываешь? Они же в окна нас не видят. О, кстати, я сиги нашел, Валер, тебе нужны? Нет. Я Мальборо нашел. Так, обыскано. Смотри, что это на... что ты нашел. А, ничего нету. Так. Как там? Живой? Открываю все двери. Ой, прикинь. Я калаш нашел. Да? Да, я вообще ничего не нашел, я не понимаю. Как ты вообще что-либо ищешь?
Иди сюда. Ко мне подойди. Да я бы знал, где ты. Сейчас. Вот рядом со мной, вот я на одном ящике стою, на другом, посмотрю, на да, другой. Я вижу. Вот открою. Не обыскал. Пустой. Вот открою. Не обыскал. Хорошо. Пустой. Зайди в тот ящик, который вот я. Он не пустой точно. Патроны какие-то. Это все читать надо. 8 патронов ТТ-105. Да, вот. Спиздил. Блин, а у меня патронов нет, что ли? Ёшкин кот, у тебя калаша нет патронов. Слышишь выстрел? Да я слышал, слышал. Ты понял, как обыскивать? Ты топчешься. Да, нет, я не топчусь. Я этот... Открыл звуки, второй. Звуки идут, кто идет кто-то. Я понял. Я присел. Вон, слышишь, на улице стрельба, и там топочут люди. Да. Я но сзади, наши... прям в этой... Наши на, дверь... на кухне. Вот, теперь слева топчет. Я в окно смотрю, никого нет. Да, я тоже смотрю, он под нами, да. Походу. Где машины? Где машины, смотрю? Они же нас в окна не видят, Валер. Там же хрен увидишь. Слушай, слушай, ты все слышишь? Собака страшная. Это я. Все равно собака. Это я топчу. Хочу в уголок сесть. Вот, топнул. Топнул. Это я. Ты? А, я понял, где ты. Все. Вокруг здания пошел, походу. Походу, да. А это ты тут топчешь? Я пытаюсь... понять, где он. Ой, здесь окно открыто. Инесси. То есть я прям сумкой шелещу, да? Угу. Сок. А, блин, а почему я взять его не могу? Я не понимаю. О, да. Ты выпил что-то? Да, сок выпил. Я слышал это, блядь. Так у меня ты пьешь. Так, ну, собственно, ну уже хорошо, да? Мы с тобой вместе уже играем. Это уже радует. Ты идешь? Я хожу внутри. Дверь нашу кто-нибудь открыл? Нет, я на лестницу смотрю. А, здесь лестница есть? Есть лестница, с первого на второй этаж. Хочу пройтись. Так, вот мы в эту дверь вошли, интересно. Изучить. Что это такое? Сухарики, гайка и спички. Какую это ты? Дверь ваш? Да, это я бегаю по коридору. Стремно. Мы вошли в какую дверь? Вот я уже забыл, если честно. В смысле? Сейчас, подожди. Сейчас я зажру здесь. А, вот ту. Вот да, ту, да, 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 я понял. Там есть еще одна дверь и есть лестница. Закрыл лестница ее? Посередине. Да, она закрыта. А, ну, лестница хорошо. Посередине, вот я около лестницы стою. Слышал? Это я открыл дверь, блин. Ты говори. Ну ты же это самое. А... Ну я же не вижу тебя. Походу нас бросили здесь, надо выходить. Ну давай долутаем хотя бы. Я хоть это. Мне нет патрон. Я тебе скажу, какие мне нужны. Может у тебя есть в загашнике?
Потому что без калаша это вообще. У меня калашников АКС 74У. 5.45. 74У, да. Чем я тебе могу помочь? Так, сейчас смотри, подожди. Это я. Выкину, вынуть патроны. Выбросить. Вот, выбросил я. Рожок выбросил. Блять, нет места. Как это? Сейчас я выбросить. Опять нет места, а? Да вы что? Понимаешь, что происходит? Не, не понимаю. Это кто? Это я дверь долблю. Подожди, а я не могу взять твой рожок. Возьми обратно его, Валер. Почему? Не могу взять его, понимаешь? Где он? У меня написано нет места, вон там. Нашел его? Взял. Все. А ты отдельно патроны выбросил? Банку еще взял. Это я выкинул, да, сигареты, думаю. Слушай, там вообще такие разборки. Это я. Если я скажу, ой. Да. Я уже долбил. Ой, блядь, я себе ногу повредил. Там колючка. Куда ты конкретно повредился-то? Это колючая проволока там при входе в комнату. Соседнюю, запертый. Вот, не заходи. Не заходи. Я тебе говорю, колючка, я ногу себе повредил. Хера ты открыл дверь. Да, дверь меня открыла. Ой, я сникерс нашел. Ну, толк. Так, ну ты говоришь, что они нас здесь оставили? Ни хрена не оставили. Не-не-не, стрельба идет, ты чё? Ни хрена не оставили. Так, обыскано. Куртки можно обыскивать, Валер. Слушай, ну это охуенно интересно, если честно. Ой, да. Пупк лучше даже. Не-не-не, я без этого, без сарказма. В смысле? Чего же? Пуп мне не нравился, а здесь мне нравится. Да? Чем тебе нравится? Единственное, как стрелять, блять. Вот весь вопрос в том, что стрелять я не умею в эту херню. Потому что мне пострелять хоть где-нибудь на полигоне какой-нибудь. А, это офлайн режим. Можно пострелять, обстреляться. Да, блядь, видел я это офлайн режим. Я шел, заебался идти. В темноте, блядь, полз на. Встретил каких-то челов. Ну, убил парочку, блядь. Это я что, научился, блядь? Все, готов. Нужен полигон какой-нибудь. Что-то у меня под лаги какие-то, я. Так, ну чё, ладно. Ты топочешь. Я вошел в последнюю дверь неоткрытую. А это ты ходишь? Да, я. У лестницы, напротив лестницы комната. Это ты? Я? Да. В дверь ногой ударил. Так, ладно. Ну что, на первый этаж спустимся? Ты уже на первом этаже? Я пожрать тушенки решил. Подожди, ты где сейчас? Пипец он жрет, слушай, такая анимация. Я пожрал. Я... Блядь, это пышка? Вообще... Попал? Нет. Слава богу. А какого хера ты вниз-то пошел? Яго, ты на первом? Ты говори, я вниз пошел. Яго, ты на первом этаже? Я спустился. Что происходит? Нет, я говорю, я на лестнице, напротив лестницы комнаты, блядь. Ты не сказал, ты не сказал. Я тебе сказал. Ты заживал что-то. Блядь, долбан. Ты что, на первый пошел? Ну а что делать-то наверху? Ждать. Это игра ждунов. Согласен. Так, я что, я выхожу? Нет, я. Дверь открыта, что? Ну... В сумке-то есть что-нибудь? Обыскано, не обыскано. Нихуя не выбивается. Нет. Вот здесь вот я чувака кончил. Ты тут аккуратней стой, ты в проходе. Здесь прям вход. Ага. Да, блядь. Что творишь-то? О, ящик. Мне кажется, его обыскали уже. Да, ничего нету. Стырили. Патрончики стырили отсюда. Мне без патронов, конечно. Ты тень свою видел от прожектора? Видел, да. Ты видел, а я кирпич
сделал. Это же какой-то порох и горбуша. Ты хотел мне пожрать еще? Возьми сайры. Спички. Изучить. Сигареты. Сигареты не хочу. Покурим, кавалеры. Здесь ничего. Так, а еще входы есть в здание? Прикинь, я здесь трупак нашел. Иди сюда. Вот сюда иди. Сюда иди. Заходи. Облутанный? Ну, походу, он нарисованный. Нет, я его обыскиваю. Да ладно. Какие-то штуки в нем. Возьмем все. О, а че, патроны были? А в смысле, они на разве что-то делятся как-то между нами? Нет, никак не делятся. Ну вот. Давай, обыскивай дверь. Держи. А, так все, ты его обыскал, и все, и там серьезно? Нет, ничего нет. Так, мне надо кто-то куда-то сесть. Дай пройти, блядь. Дай вот сюда сяду. Сейчас я посмотрю. Давай. Я тебя держу здесь. Сейчас. Мне изучить надо, изучить, потому что непонятно, что за хуйня я взял. А, изучается по одной, тем более. Да, я знаю. Не было патронов. Были для дробаша патроны. Так, патрон калибр 545-39. А вот вот тут... у меня как раз 545-39. Может, мне патронов тебе скинуть? Да. Выбросить. Вот я 30 патронов кину. Где? Ты видишь? Куда ты их кинул, блядь? Да хуй знает. Сказала выбросить, я выбросил. Заебись, блядь. Где? Ты бы еще в толчок их выбросил, знаешь? Ты конкретно где стоял? Я не вижу просто. В углу прям стоял, смотрел на тебя. Ага. Я тоже не вижу хуй. Заебись, блядь, я выбросил патроны. Блин, прикинь, я выбросил, подожди. Я вижу, ты выбросил, блядь, рожок. Ну я патроны только выбросил, не рожок, а патроны. Нет, ты, короче, не перезаряжайся, потому что это боль. Не, я не понимаю. У тебя магазин-то есть, блядь, к этому? К этому? Нет. Да, я дверь, чтобы прикрою хотя бы. Сейчас, сложить. Я дверь прикрою. Ты где? Сейчас складываю этот калаш, который нашел. Сколько во времени-то он складываться-то будет? Прикинь. Я приклад сложил. Разложить. Смотри. На анимации смотри. Да, вижу. Классная. Так. Не, ну патроны-то я куда? Я проебал-то. Да что ж за блядство-то? Я стоял вот так вот. Перезарядка. В тебя ебло. Куда их, блядь? Невозможно найти заряженный магазин. Нет, магазин. Зарядить. Невозможно найти подходящий магазин. А, магазина нет у меня. То есть у меня калаш без магазина. У меня магазин есть 545. Может мне магазин бросить? Давай я брошу. Давай только не сюда. А это что, блядь, было за звук? Это явно не мы. Да, слушай, там люди стреляют. Ну, да и хер с ним, стреляют. К нам не войти. Сюда, блядь. Да, я дверь закрыл. Да. Окошко там дырка, ладно. Но все равно, мы услышим, как кто-то войдет. Где окошко дырка? Не ходи. Здесь нет. Там где дверь. Да, конечно. Да. Да, в натуре. Но в окошко здесь, по-моему, не впрыгнуть. Подожди, стой. Еще раз. Че? Как насчет объединиться? Так ты мне горшок-то скинешь хотя бы на свет вот сюда. Давай. Куда тебя скину? Вот сюда, на свет, вот сюда подвыйди и скинь его. Я вот, увижу. Да, ты смотри, я вот сейчас вот бросаю. О, рожок видно, блядь, заебись. А, блядь. Подобрать? Нет места, прикинь. Ну как нет места? У тебя вот смотри, вот разгрузка. Нет. У тебя есть хуйня такая? Подожди, выбросить. У тебя разгрузка есть, подожди. Такая херня? Нет у меня разгрузки, блядь, я все потерял из-за тебя. Некуда, блядь, тебе... Я все потерял, понимаешь? Ну патроны-то я куда проёб? Твою мать, а?
Что за мудацкая игра? Как я мог патроны выкинуть? Блин, никуда. Подожди, на хотя бы... Я тебя куплю. Вот да не, у меня есть, у меня в автомате 30 патронов, все хорошо. Стрелять нет, тебя... мне хватит сдохнуть. Я тебе бабки выбросил. Да нахера мне бабки? Я где сейчас затоварюсь-то? Вынуть патроны, установить. Просто это бесит. Выбросить. Топает тут. Слева. Подожди. От тебя сзади. Топает, топает. Идет сюда. Внимание. Ну и чё, ну пришел. Ну пусть зайдет. Нет, короче, магазин не могу взять. Охуенно. Нашел, взял магазин, топает, говорит, кто-то. Я пытаюсь, а магазин-то пустой, походу. Мне надо было патронов в него зарядить. Тебе кинуть, наверное. А у тебя что, калаш на картинке без магазина, что ли? Да. Давайте скину калаш, чтобы ты увидел его. Подожди, а может ты снарядишь его? Вынуть патроны. Давай, подожди, подожди, я тебе калаш скину. Выбросить. На, Марик. Увидел? Калаш я тебе скинул. Заряди его. Валер, ты куда ушел-то? Сейчас, подожди секунду. Куда ты выбросил калаш? Вот сюда, ну где я ему выбросить? Снаряди его. Ой, я взять его могу, нихуя себе. А куда я его взял? А, во вторую руку. Нет, ебать, за спину, точно. За спину. Сейчас. Держи. Держи тебе калаш, держи, держи, держи уже с патронами. Охуенно? Охуенно! Сейчас мы всех накажем. Сейчас, подожди, подожди, я сейчас... Они ждут, прикинь, мы тут топчем, они ждут. Главное не сдохнуть, да, подожди, я ушел. Сейчас, у меня... снять, разрядить, перезарядка, осмотреть. Осмотреть. А сколько у меня патрон, непонятно. А как посмотреть? Alt, Ctrl. Ой! Извини, стрельнул нечаянно. Так, это я не посмотрел. Ctrl-T. Хорошо, Alt-T. О, он снаряд... О, почти полон написал, подожди. А, у меня еще 30 патронов, 5,45. Оказывается, на поясе что ли висит. Это что у меня? Рюкзак. А, в рюкзаке у меня. Так, на разгрузку похоже. О. Подожди, а я выкинул еще куда-то 50 патрон этого. 18-го калибра. Что такое? Не знаю. Нас пытаются расстрелить стены. Подожди, у меня от ПМа еще 50 патрон было. Я их кинул куда-то и вот пытаюсь взять рожок. Может, ты в этого пиздюка выкинул? Не, не что я. Реально, 50 патрон выкинул, представляешь? Подожди, ну что? Так что? А что закрыть? А что я закрыл? У меня иногда вылезает закрыть почему-то. Поезд и закрыть. Разные у меня диалоги на этого пиздюка, на ногу его, на коленку. Ах ты, едеть, как все сложно-то в этом говне, а? Так, ладно. Дай хоть я его освежеваю. Чикатило, блин. Ладно, ну что, идем? Чикатило. Ногу отрезать можно, нет? Окей, ладно, так. Ты что с ним сделал? А маску ты с него зачем снял? А почему у него рот в крови? Че, рот открыт, да? Куда я патроны-то выкинул? Слушай, а я патроны выкинул, я их походу взял, слышь? Их, наверное, так берешь. Нет. Да, я тебе серьезно. Вот я выкинул 50 патрон. Вот смотри, сейчас кину вот сюда. Подожди, хорошо, у тебя есть? Смотри, кину патроны сейчас, подожди. Выбросить. Выбросить. Вот я выбросил. И подобрал, да, сразу, нет? Нет. Куда я их выбросил? Куда я, блин, все Валер, у тебя есть 9-миллиметровые патроны? 9 на 18 ПМ. Кто-то идет. Тихо.
Зашел. Дверь открылась. Готов. Тихо. Может не один быть. Я закрою сейчас. Сейчас тебя закроют там. Ага. А ты думал, блядь. Давай, я держу дверь. Ты давай, я держу дверь. Давай, 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 давай. Нет. Да нахуй, у меня все заебись. Так. Смотреть. Так, карабин Сайка 12 калибра. Я, мне кажется, патронов 10 стрельнул. То есть у меня еще 20 есть. И еще на ремне один. Давай, ты какой хочешь себе калибр? Да бери, блядь, все. Я не могу все. Я не могу все взять. Ну бери, что надо. Потом я подойду. Давай. Я ж тебе калаш зарядил, что тебе надо? Я Сайгу возьму. Нихуя ты кепку что ли снял? Трусы. У меня голова торчит просто. Нихуя кепка пропала. Сайга. И, кстати, я не вижу, что ты там с ним делаешь сзади. А и все, я ушел. Давай, бери его, это самое. Тихо, еще топает кто-то. Это я, около него. Возьми его, это, автомат. Автомат возьми, я держу дверь. Я могу только на себя его повесить. Не, не да, могу. Да, а я тоже. Подожди. И у меня два автомата на мне висят, и все. Изучить. А, я должен изучить сначала. Ага. И нож. Все. Больше нихуя не осталось. Полон. 12 на 70, картечь. Так, ну что, мне его разрядить, что ли? Нет, не надо. Разрядить, ты потом потеряешь к херам все. Нахера мне этот автомат? В смысле? У тебя в схроне останется. Мы сейчас пойдем выигрывать. Ну что, объединим усилия? Братишка, давай вместе. Так, у меня есть вместе веселее работать. А как понять, братишка, сколько давай в рожке-то? Что-что? Сколько в рожке, блядь, непонятно. А, Альт-Т. Альт-Т? Да. И? Охуенно. Что написала? Ничего не написала. Сбоку, полон. Блядь, а, справа. полон, извините, блядь, я ж цифры ищу. Какие нахуй цифры? Долбоебик. Так, сейчас я еще второй проверю. Альто. Около половины. Около половины. Зашибись! Это... А циферку написать нет? Я нет, типа визуально подожди. Глянул, да? Валер, около Shift-T, половины. Посмотри, в рожке, в этот, в патроннике есть? Да, я не разглядел, если честно. Да, непонятно. Альт-Ку. Фармацевтовая туча. Чего? I need ammo! Это еще и по-английски, а не демо. А, ты же не американец, Валер. А, я же американец. Конечно, твоя же мать. Это вообще, ты, конечно... Американо-российская дружба. Мы будем выходить? Ни хрена у тебя повязка. Да ты страшен, иди ты. Подожди. Как насчет объединиться? А что ты делаешь-то? Ты как... А, вот так вот. Сейчас, подожди. Wanna party? Подожди, я сейчас сделаю. Подожди, стой. Стой. Ну что, объединим усилия? Ладно, в окно ну что, идем? Выйти не можем, да? Я правильно понимаю? Сейчас, я калаш взял, лучше на дальних расстояниях работать. Ну давай, открывай. Так, вроде никого. Я прошел насквозь. Да, я вижу. Давай, ты налево, я ну я ага, налево. Чтобы нас вместе положили, да? Я в холодильнике опустошаю. Ты ушел? Ага. Я на вход. Мы должны вместе идти. Я чувствую, стремонин так одна. Когда ты уходишь. Ну, слушай, выход здесь. Если выходить, то здесь. Может, поднимемся на второй этаж и посмотрим сверху, как это все выглядит. Есть ли люди или нет. Слушай, мы столько там пробыли на втором этаже. Хорошо. Я никого в окно ни разу не увидел. Просто. Птицу вижу. Она заебала летать. Ну пошли. Че, во второе здание пойдем? Или сразу пойдем на этот? Давай во второе здание, че. Побежали? Ну. Так, я побежал к второму зданию, ты смотришь. Или ты тоже бежишь? Это я, да, я за тебя. Окей, так, ладно, захожу. Да, заходим. Еб твою мать, что это было? Ты? Нет.
Тихо, замри. Замер. Убили? Да. Откуда? Оттуда же, куда забежал? Я бежал в коридоре, да, и меня там положили сразу в этом сзади, коридоре. Сзади, спереди? Прямо. Прямо в лицо. Да. Ох ты, блядь, ты как так ты, ёбаный в рот. Я ж в лицо ему пульнул. Стрелять надо постоянно, да? Пиздец, да не, я нормально в очередь выпустил. Короче, я предлагаю теперь за этих можно, за фракция. Так, далее. Да твою мать, а. А, нормально, мы сейчас втянемся. Самое главное, что у всех, понимаешь, у всех были одинаковые условия. Побег из Старкова, дикий таможня, да? Мы уже будем таможню дрочить, да? Ну а чё? Ну, всё, таможня. А, нет карты, а чё, да? Тут сингла будет? Почему? Дикий? Нет, не сингла. Нет, вообще, ты говорил, что синглу завезут скоро. Да, говорили, что завезут. Чё мы выбираем, ЧВК, да? Нет, дикий. А мы его сейчас играли в ЧВК? ЧВК. Ну ты тоже был недоступен, поэтому ЧВК я был. Таможня, да? Да. Окей. Так. Приглашай меня. Ты меня видишь, кабан кафтан. Так, пригласил. Yes. Готов. Переключение настроек прицела. Смотри, левый альт и мышка. Оставшееся время посмотреть список выходов. О, всё. Плюс О. Это О или 0 был? Ну, О, скорее всего. Не знаю, уже все. 0 это, наверное, оружие, да, какое еще можно навесить. Не, да ладно. Там всего 4 оружия, Валер, там нет таких, значит, 15 стволов ты не можешь с собой таскать. Не можешь, но почему-то дохуя было ячеек. Куда можно авто. Я 2 автомата взял, пистолет и нож, и еще будут квадраты. А, еще это эти, в рюкзаке есть, у тебя рюкзаки. Аптечки там, может быть, какие-то. Типа, нет, у меня тебе. Нет, все, там не так уж много с собой можешь унести, даже в рюкзаке. Так. Ой, я со снайперкой, прикинь. Найдите выход к военной базе. Или ворота на старой дороге. 2 выхода. У меня грузится. Так, а ты где? У меня загрузка лута. Прикинь, у меня ТОС 34. Ой, ТОС 106. Ожидание начала сессии. Ты уже там, что ли? Да. Раз, вот я только родился. Так, обстрел... и вот где это... ты? Я рядом с тобой, вот ты бегаешь. Что, не видишь меня, что ли? О, господи. Вообще, что ли? Так, что у тебя ТОС? Что? Мосина у меня. У тебя мосина? Офигеть. А чё офигеть-то, толку-то от неё? Мощно снайперка, а у меня ружьё. Сейчас скажу, а чё у меня... Сейчас я патрончик дозаряжу. Патроны у меня какие? Подожди, какие у меня патроны реально? И долго я буду перезаряжать? У меня всё равно 4 из 5, я не понимаю, что происходит. Ну, допустим, ладно. Подожди, а патроны у меня какие? О, 20... стрельба, братан. Присядь. Где-то справа, за зданием. Пойдём? Да, конечно. Но... Будем через дом выбить. Ходите, я туда! Заебись ты. Ты еще по-немецки. Не открывается нихуя. А, да что, нормально? Это ты там? Нет, это не я. В смысле не ты? Вот он! Это что такое, блядь? Вот он? Он проебался! Ниндзя, блять, расправить. Где происходит вообще? Не знаю. Я ушел за здание. Я за здание. Я только что тебя обошел. Ты что, не видел? Я видел. Ой, блин, меня убили. Валер, сбоку от тебя, справа. Ой, слева, извини. Слева за ящиками там сидит. Если честно, я не понимаю, за какими ящиками, ну допустим. Куда мы в дверь долбились, понял? Да. Сзади справа. Ой, сзади слева, извини. Это же лево. Вижу челика. Я увидел. О, сколько их там, ёпта.
Слушай, ну я даже стрельнуть не успел. А почему их там трое, и они друг друга не стреляли? Их что там? Против нас группа какая-то? А, видимо, они втроем, да, играли. Пиздец, блядь. Ну что, опять ЧВК? Это бот какая-то. Другое недоступно. Так, таможня. Так, может быть, мне доступно? Я тебя позову. Нет, а ты не сможешь тыкнуть, да? Нет, и ты меня видишь только в момент, когда я выбрал ту же самую карту. Так, таможня далее. Далее. Так, онлайн. А чё, у меня ничего нет? Нож страховать? Ты чё, офигевший, что ли? Далее. Коэффициент возврата очень медленно. А, мне вернуться только очень медленно. Сейчас, подожди, у меня вооружение нет. У тебя же тоже вооружения нет. Тебя же тоже убили в ЧВК. Поэтому тебе надо назад вернуться и в персонажа зайти. Зачем? А потому что ты голый. Да? Я сейчас опять ПМ возьму. Откуда? А, я голый в натуре. О, у меня есть только пестик, да? Зашибись. Ты возьми один пестик и это сам, обойму к нему. И патроны. Знать бы, какие к нему обоймы. В смысле? Пестик, ты что, не видишь? ПМ 90-93. Ремонт осмотреть. Одну обойму ты берешь. Да. Хватит, да, одной, да, я понял. Да, да, потерять только одну. А не все. Но их можно застраховать сразу. Давай. 604 рубля страховка ПМ стоит. Прапора. А у терапевта 780. Пошли. Прапора будем страховать. Коэффициент возврата очень медленно. Ну и ладно. Не хватит. Ну давай, короче, я тебя жду, чтобы позвать. Всё, подожди, я разгрузочку возьму. Меня ждёшь, чтобы позвать уже? Да. Сейчас. Снять, застраховать. О, страховку дорого стоит, пошли в жопу. Будем страховать. Да давай уже, что там страховать. Нас сейчас опять раздерут. Сколько нет, времени, ну так что. Кстати? Нет, что такое страховать, Валер? Чтобы мне вернули потом это обратно, понимаешь? Угу. 22-26, хуя себе. Я думаю, что так темно, пиздец. Я назад обернулся, а там никого нет. Сейчас, подожди, я свет включу. А че, раньше мужик сидел, да? Да. Это страшно, пиздец, что пиздец. Сейчас кота убью еще. Расширю. Блять, враг. Ножом. Так, мы опять по карте не посмотрели, сколько там людей реально играет. Че это такое, блядь, с котом там где происходит? Да он кричит. Хера себе, с какой стати он кричит? Пизды ему. С ноги ему дай. Чтобы он заткнулся. Ну что, мы в среду играем, нет? То есть я два автомата проебал, да? Да. Нет, да, и я два, соответственно. А кто-то нашел, прикинь. Блин, слушай, ну заебало. У меня уже заебало, не то что... Мы в среду играем, нет? Я что-то не расслышал тебя. В среду играем. Ну, посмотрим, давай во вторник решим, да, наверное. Денег, правда, вообще. Да? Нули. Ты все отдал? Да. Да и было-то, блин, двадцатка. Пока на первое время, так сказать. Двадцатка неплохо. Да слушай, там можно день потратить. Можно, конечно, и отпуск отдохнуть. По-разному можно. В день двадцатку потратить, это вообще очень круто. Не, ну у тебя под займ, может, на бильярд. Займешь друг. Это легко. Ну вот. А там зарплата, наверное, будет.
А что, реально времени много, что ли? Пол 11? Да не, немного, но... Да нет, завтра в 10 надо уезжать уже. Работа до хера еще. Мне тоже надо по... О, все, 15 секунд до высадки. Угу. Слушай, ну если у нас ничего не останется больше... Это будет печально. Анусами будем. Да-да, с ножами все. Будем бегать. Да. Не, ну можно, конечно, играть, но просто каждые 10 минут, блин, сидеть ждать, пока там... Да, это бесючее. Так, я родился. Опять с пестиком. Ой, 4 выхода, Валя, видишь? Лодка контрабандиста, блокпост, трейлерный парк и перекресток. 49 минут, найдите зону высадки. Угу. Ну что, пошли? Слушай, та же самая таможня, а, блядь, совершенно другая карта. Абсолютно. И там, видишь, команда-то из 5 состоит. Люди-то нагребают, 5 человек и ловят, соответственно. А мы тут как бы боевики вдвоем. Че, есть что облутать? Не знаю, как бы чемодан нашел. Давай, я тебя... Нихуя нет, нет. Классно? Да, круто. Так, а куда выход-то? Я что-то уже забыл. Не, я забыл. Лодочная какая-то хуйня. Нам классное задание дали, да? Джей, давай за... С, Б. Я не знаю, как задание посмотреть, ладно, херс. О, одиночный, Б. А, одиночные выстрелы. А ты тоже с пестиком, да? Ты тоже бомж? Да. Так, а ты где вообще? Да, ушел. Вот. Смотри, я прыгаю. Куда ты пошел? Обратно посмотри. Здесь потеряться вообще как милое дело, да? Ну и говори, да, сзади я там. Я что, не отдупляю? Нет. Смотри. Куда хоть... смотри? Не-не, хоть своих бы подсвечивал, да? А здесь ни компаса, ни хера нет вообще. Вообще, что могло? Ой, это у меня с лагами. Чё это? Война где-то. Ну, можем, конечно, пройтись к зданиям, но... Как-то... Ты сам-то где? И чё-то я потерял тебя, ты подвернул. Вот, здесь. А. Да я далеко не ухожу. Я пытаюсь смотреть и слушать. А что-то там толпу хуй, да, походу, это. Со мной очень сложно, смотрите. А что это такое? Не знаю. Давай хотя бы выход найдем один раз. И победим. Давай. Я предлагаю туда. К зданиям ходить. Хуёво? Да. И куда ты предлагаешь? Туда пошел? Да. Подальше. От людей. А ты что там? Да иду я. Как тяжело бежать, а? Как будто я жиробазный какой-нибудь. Так, куда ты? А, ты сдриснул, понятно. Не-не-не, я здесь иду. Я вижу, я вижу. Чуть может повыше, наверх сходим? Может, на... вот, видишь, тропинка, может, наверх сходим? Ёпты. Это ты? Нет. Кто-то выстрелил мне? Да, кто-то выстрелил. Я ушел. Я тоже. По тропинке. Да-да-да, я тоже бегу тебе по тропинке. Кто бахнул-то? Не знаю. У кого-то нервы не выдержали, он гашетку нажал. Ну, слушай, это был прям рядом. Я, да, за выстрел был рядом. Ой, а тебе? Не знаю. Стремонина жуткая. Ты куда чесанул-то? Да вот сюда, на помойку. На помойку? Я, если что, сразу на помойку. Думал, может, что найти сможем. Ага. А плутать что, помойку? Хуя-то тебя там колбаснуло, да, что-то? Нет. Ой, да, слушай, больно. Ты что-то... Там... Колючка. А, вот, колючка, точно. Ты прыгнул на нее, что ли? Да, как-то получилось так, что я на нее попал. Так, ну чё, здесь нету. Здесь тоже. Это я. Да-да, я понял, но мы сейчас по кругу будем ходить.
по этим... Это что? Не знаю, стрельба. Я предлагаю около деревьев идти. Ты рядом? Знал бы, где ты. Я около это самое, около, по камням пошел дальше. Давай. Около заборчика, тебя. Дальше камня. Помойку прошел. Дальше забор. Вот. Да, я понял, за деревом не видел. Ну, я поэтому за деревом-то и стою, чтобы. Мы так ходим специально, чтобы друг другу не выстрелить. Ты дальше пошел? Мы же выход договорились искать. Да. Здесь выхода нет. Вот я иду по этой. По границе. Блять. Недостаточно свободное место у меня.